Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. В самых сложных ситуациях носитель имени всегда умеет сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Это экстраординарные личности, которым свойственен аналитический склад ума и в то же время творческий подход к делам. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Склонность к фатализму, неумение бороться с превратностями судьбы, отсутствие силы воли и твердости духа. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.